Ситуация с лесными и ландшафтными пожарами в регионе осложнилась. Об этом пишет Александр Мор в своем телеграм-канале. Губернатор провел рабочее совещание по предупреждению ликвидации возгорания. На сегодня в Тюменской области уже произошло 17 лесных пожаров. Пока удается их ликвидировать в течение суток. Кроме того, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 348 ландшафтных пожаров. Главная причина возгораний, как обычно, человеческий фактор, подчеркнул глава региона. В преддверии выходных и праздничных дней Александр Мор напомнил, что запрещено посещать леса, тем более разводить костры. Губернатор также дал поручение специалистам контролировать соблюдение особого противопожарного режима, а при необходимости обеспечить оперативную переброску сил и средств для борьбы с пожарами между муниципалитетами региона.